Здравствуйте, меня зовут Ботов Павел Александрович. Я один из тренеров клуба «Титан» в московском филиале в двух. Вот, соответственно, сегодня покажу вам технику из баттерфляй гарда, переход на аши горами, ну, с дальнейшим ахиллом, соответственно. Значит, начинаем с колен. Соответственно, здесь идет борьба, нам нужно заправить, постараться, желательно два андерхука взять вот таким образом. Я люблю хватать сверху, чтобы забрать, последующем, так как я хочу его вывесить и забрать его ногу, мне неудобно брать сцепку. Поэтому я стараюсь брать за широчайшие. Порой он мне не дает брать андерхук, я беру сверху за трицепс. И то имеет место быть. Желательно, чтобы ваша голова была ниже его уровня головы. Соответственно, здесь я вывожу его над собой и стараюсь проводить ногой дальше, чтобы он руками упорся в пол. Вот туда. Отсюда я простреливаю одной ногой вверх и закидываю ему пятку на подвздошную кость. После того, как его нога оказывается здесь, я прихватываю захватом под ахиллесово сухожилие. Мое колено стремится к своей пятке. Я стараюсь его развернуть во внешнюю сторону излома бедра. Вот сюда. Отсюда захват уплотняю, прижимаю. Мое плечо падает ровно в то место, где у меня стоит локоть. И свой локоть я поджимаю к спине. И лбом разворачиваюсь в пол. Вот сюда. Отсюда после начинаю прогибаться поясницы, выпрямляю спину. Соответственно, здесь у нас идет работа. Можно пару отводящих каких-то движений, дернуть. Да? Нашли, проводили над собой, ногу прострелили. Мы оказываемся в ваших горами. Да, но если он встанет, ничего страшного. Сразу же можно во внешний слон потянуть, и он завалится. Если только сделать это сразу, никогда мы поймаем четкий баланс. Отсюда мое колено стремится к пятке. Голень вяжет бедро дальнее. Беру захват обязательно таким твердым местом под коренью большого пальца, прям примерно, чтобы твердым местом давить. Замочек себе подтянул, плечо падает за место локтя, гибаю лбом в пол, идет. Желательно таз вот так вверх не поднимать, тяжелее будет больше скручивания идти. Поэтому лучше плотно таз на месте, просто прогибаемся.